Привет всем! В русском языке есть множество слов, значения которых остаются для некоторых людей загадкой. В данном видео разберемся, что значит «делегируй» из рекламы Volkswagen Touareg с пакетом IQ Drive Plus. Ты не должен делать все сам. Делегируй. Делегировать – значит передавать какие-либо свои функции другим людям. Обычно подразумевается передача некоторых полномочий от начальства нижестоящим сотрудникам. Например, у начальника есть множество функций, и он передает некоторые из них своему помощнику, то есть он делегирует обязанности. Как правило, передается рутинная работа, а важные и ответственные решения остаются за главой. Говоря простыми словами, «делегируй» – это глагол повелительного наклонения, который подразумевает совет по передаче прав, обязанностей, функций, полномочий и тому подобное кому-либо еще. Разберем далее саму рекламу Volkswagen, которая и вызвала бурный интерес к глаголу. «Ты не должен делать все сам. Делегируй» означает, что не нужно заниматься всем самому, если есть возможность переложить на кого-то часть своих обязанностей. «Сосредоточься на главном. Делегируй» означает, что рутинную работу и второстепенные задачи можно переложить на кого-то, а самому заняться самым важным. «Твои дела важнее всего. Делегируй» означает, что при передаче прав и обязанностей другим можно не только заниматься важными рабочими делами, но и своими личными. «Управляй кончиками пальцев. Делегируй» означает, что в Volkswagen Touareg с пакетом IQ Drive Plus передачей функций можно заниматься простыми нажатиями. «Фокусируйся на главном, остальное делегируй». Повторение – мать учения. Это уже было в пункте номер 2. В рекламе предлагается делегировать интеллектуальным ассистентам Volkswagen Touareg с пакетом IQ Drive Plus. А вот и пояснение по поводу делегирования от авторов рекламы. Настоящий комфорт за рулем начинается тогда, когда вам не приходится контролировать каждую мелочь. Volkswagen Touareg в комплектации эксклюзив оснащен пакетом IQ Drive Plus. Умные ассистенты снимут с вас нагрузку при движении в пробках, помогут при выезде из зон со слепым обзором, а адаптивный круиз-контроль с функцией регулирования скорости сделает каждую поездку максимально комфортной. В случае непредвиденной ситуации Emergency Assist примет управление автомобилем на себя, а система проактивной защиты обеспечит безопасность всех пассажиров. В общем, делегирование – это передача, перекладывание чего-либо на кого-либо. В разбираемом примере – на что-либо, то есть на пакет IQ Drive Plus. А на этом у меня все. Пишите свои примеры делегирования в комментариях под данным видео.